долгое путешествие по центру Вашингтона и обратил внимание попогромче, что коленки стали что-то, ну, не болеть, чувствовать. Решил по дороге домой зайти в тренажерный зал и ноги потренировать. А так обычно стараюсь ходить по 1-2 раза в день вот на этот тренажер. Укрепляют. Вот он что. Так. Вот какие эти самые, какие пункты. Вот такая повседневная жизнь на Диком Западе.